Здорово, ребят. Ну чё, у нас сегодня очередной тест уже на максималке. 30-й прорыв. Но я, как обещал, батя сейчас прорекламирую его гильдию. Кто играет на тайванском сервере, вступайте. Так. И где мои? Я уже даже завтыкал, как там. Как там оно? Так. В общем, кто играет на Тайване, гильдия Велес, кидайте заявочки, вступайте, 5975. Я тоже через 10 часов сюда вступлю. Пропуск БГКИК, заявки принимаются через телегу лидер Велес. Вот так вот. Ну что, поехали. Поехали смотреть нашу имбу. Вот он собран у нас на максимальных домах. Мы вчера, кто не был на стриме, тестировали его. И я вам скажу, в такой сборке мне он вообще не понравился. Но я вам ее обязательно покажу. Покажу другую сборку. В общем, у нас он собран на максимальную атаку. 9-й пакт, 9-я грубая сила, плюс 100% атаки, 1,2 увеличение крита. Победный плюс созвездия у нас тут наролены от фонаря. Вчера мы трешивали, то есть пятерка есть крит урон, он должен хорошо критовать. Вот так вот, бонусов у нас никаких нет. Что по статкам? 54 тысячи атаки, ребят. 54 тысячи атаки, это немногие герои имеют, если взять вот свалена, тут всего лишь 50. Посмотрите разницу родных статов. Жизни у него мало. Скорость атаки, в принципе, средняя. Скорость бега 335 тоже нормально. Самое основное в нем это 13-й скилл. Уже на 13-м 5 целей, 620% урона он наносит. Плюс понижает энергию. Плюс имеет встроенную отражалку 50%. Плюс рассеивание 4-6 секунды. Кулдаун 5. В общем, вот как-то так. Бафы его можно снять Рудольфом. Там еще, по-моему, кем-то. Ну, в общем, дебафы его можно поснимать. Поехали на подземку. Мы вчера здесь на подземке угорали. На максималке. Конечно, он дамажит очень круто. Смотрите внимательно на дракона. Бьет он только по героям. По дракону он вчера свыше 25 лямов просто зарядил и все. Вот 5 это фигня по сути сейчас выходит. Сейчас увидите нормальные дамаги. Вот 14 лямов прилетело. Но если он будет сейчас нормально кританет, то тут вот 10 просто обычным. То есть раз на раз не приходится. Но мы словили вчера походу хороший такой крит. И он дракона, у которого там 24 миллиона, если я не ошибаюсь, 24 или 25. Ну его просто с одной пушки загасил. Максимум, что я на нем видел, это 14 миллионов. Он выдавал практически 14 миллионов. Ну, конечно, рандомно. Если панчбокс... Сейчас вот под... Ну, по-разному. Ну, в общем, по дамагу он вроде, казалось бы, крутой. Вот 7-8 лямов. Ну, на практике я вам покажу его. На практике это немножко не то. Поехали. Грубо это, конечно, классно. Уберем, поставим ему ремочку. Даже, может, сейчас клепаем 9-ю ремочку. Чтобы уже было так более-менее, знаете, понятно. Атакующего плана он у вас будет наносить дамаг, да, но... Он будет не особо универсальным. Так, побежали на аренку. Как обычно, у меня тут противников нет. Мы будем бегать опять же с бочкой, чтобы у нас не было смотрителя. А вы, как обычно, напишите, бочка тащит. По камешку он не бьет. Он бьет только по героя. То есть, скиллом своим. Самое основное его то, что он дальник. Как видите, панчбокс не достает. Так, вот есть какая-то Фрея. Тут поинтересней. Вот он зарядил. Ну, прилично он, конечно, втыкает им.
они там бочку будут разбирать. Вот, посмотрите, как он проседает. То есть в такой сборке он будет еще больше проседать, любая отражалка, и он просто зальется, при том, что он у нас 30-го прорыва. Так, ну может этот топовый? Нет, то же самое. Вот, смотрите. А слился он, ребят, на отражалке. Вот отражалка была и все. То есть тут дамага у него и так, это, знаете, то же самое, что Асура. Дамага много, но толку от этого, ну, фактически никакого. То есть такая сборка 30-го прорыва, ну да, она крутая, классная. Но что вы ей будете делать, если он убивается об отражалку? Да, можно поставить ПДшку, как вариант для защиты. Но он проседает вот. Попозже я вам запишу нормальную сборку с ИСО, то есть нормальный дефный вариант, чтобы вы сравнили, увидели разницу. Но бочку они однозначно не убьют. А вот, потому что такой вариант, ну, честно говоря, как по мне, он на сегодня не актуален. Возможно, где-то он кого-то спасет на PvP локациях. Опять же, это командный герой, это не соло-герой. То есть вот так вот соло им бегать, вы однозначно, как некоторыми там имбо-героями на 30-м прорыве, можно бегать, разносить всех. Но вот посмотрите, он практически просел. То есть он, по сути, самая основная задача — это дебаф. Так, давайте пойдем на экспедицию. Сбегаем. Здесь он будет, конечно, выдавать хороший урон. Ну, 400к. Но это, опять же, это не максимум, не топ по урону. 400. Самая его основная задача, я же говорю, это дебаф. За счет автопрока, за счет его скилла на дефе можно реально. Просто единственный вопрос, если будут герои с отражалками, особенно огненки, поставят, я думаю, мы это потестируем, то он будет себя сливать без проклятого доспеха. То есть, если вы ему поставите проклятый доспех, вы выбираете деф. Если вы выбираете деф, это то же самое, он сливной. Ну, то есть, варианты как бы пробовать, конечно, ставить проклятый доспех. Мы тоже это потестируем. Но ставить вот так вот пакт, не знаю, как по мне, бессмысленно. Это не тот герой, который, это, знаете, как ворожей. То же самое аналогично. Если вы поставите ворожею тоже пакт, вы прекрасно знаете, что он у вас долго жить не будет. Вот смотрите, сейчас его тоже могут очень прекрасно обработать. Да, он дамажит, конечно, классно. Вот огника ушатал, но дефа у него нет. Я как бы, ну, не вижу смысла в атаке, так как он, ну, самое основное, что он круто дебафит, накидывает молчание. Для этого надо, чтобы он дольше прожил. Поэтому вот Фрейя просто разобрала, добила его. Поэтому вот так вот. Давайте, где еще? Кстати, я давно не бегал на древние. Надеюсь, мы сейчас кого-то встретим здесь и вместе фарманем. Ну, сейчас, наверное, всех выпустит. Интересно. О, отлично. Смотрим. Вот. Ну, неплохо, скажем так, он разбирает. Ну, конечно, это 30-й прорыв. Он чисто выбирает героев. То есть для локаций, для фарм-локаций такой герой, ну, не знаю, как по мне, немножко будет бесполезным, наверное. Но можно будет его попробовать, кстати, на угольной армии. Думаю, будет интересно посмотреть, так как там герой, и он реально будет забирать энергию и дебафать их. Это будет неплохо. Еще вариант попробовать его, ну, на волнах бессмысленно. Таких локаций, я же говорю, это больше такой PvP-шный герой, особенно на 13-м скилле, когда он прокачанный. Он очень неплохо будет тащить в забытой. Сейчас мы дойдем до забытой.
Тут бессмысленно, тут все выпускают. А соло не побегаешь. Ну, то есть его основная задача — это надо бафить героев. А для этого надо, чтобы он подольше жил. Потому что толку от того, что вы вкачаете его в атаку, он раз, может быть, ударит. Вот в таком варианте, пусть даже так. Давайте пару раз на забашку сбегаем. У меня, конечно, здесь противники. Вот, кстати, Асура есть. Пробуем против Асуры. Мне кажется, он сейчас просто улетит. Вот, смотрите. Да, он ушатал остальных героев, там, не знаю, там какие прорывы. Он их убил, но просто он слился. Как вариант, конечно, ну, если у вас остальные там герои будут офигенно прокачаны. Ну, как видите, у Асуры всего лишь 50% отражения. И он со своей атакой и со своими 1,2 миллиона, он просто улетел с плюшки. То есть, как бы, какой смысл его собирать на атаку? Да, с ПДшкой можно попробовать. Проклятый доспех. Но тогда у него дефа не будет, плюс ремка. То есть, его разберут тоже, в принципе, очень быстро. Ну, в общем, знаете, это на любителях. Кто что любит. Я, например, люблю универсальность. Поэтому я на этом герое такой талант, как ПДшка, ой, пак, там, грубая сила, ну, реально не вижу. Особенно в лабиринте, там, это бессмысленно. Было бы у него еще ожива, это было бы куда ни шло. А так, к сожалению. Давайте еще здесь попробуем. Ну, плюсы то, что у него нету иммунитета, ну, точнее, у него иммунитета, но вот видите, опять на ком-то была отражалка. И все, бочка затащила. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, что вы думаете по поводу этой сборки. Я вам затестирую следующую сборку, постараюсь побыстрее это сделать, показать, чтобы вы понимали, на что надо его собирать. То есть его основная задача — это дебаф, а не атака. Да, он классно дамажит, но многие герои классно дамажат. Тот же самый Бугимен, тот же самый Асура может дамажить. Но этого героя надо собирать, ну, чисто мое мнение, полностью дефный вариант. Тогда он хоть что-то сможет еще сделать. Так он один раз ударит, снимут бафы, и толку от него никакого. Вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.